Сегодня 55-летие отмечает доктор педагогических наук Елена Галицких. На кафедру в день рождения педагога, который умеет влюблять в себя всех учеников, заглянул наш корреспондент и, кстати, бывший студент Елены Олеговны Иван Швецов. Спасибо. Мне сказали, можно даже пообниматься. Да. Ну, Кристина, честно, могу пообнимать. Ее лекции невозможно забыть и невозможно пересказать. Остаются яркие фрагменты, мысли и чувство абсолютной радости от общения с гениальным педагогом. В свой день рождения Елена Олеговна хотела бы сама себе пожелать. Чтобы никогда талантливые студенты в моей жизни не иссякали. У меня к студентам только одна просьба, чтобы они были любознательными. Вот это мне, я вообще очень люблю творческих, любознательных студентов. Пока они будут, у меня всегда будут планы им что-то открыть и с ними что-то показать, с ними чему-то научиться. Второе. Очень бы хотелось своих внучек, они у меня такие разные, но пока им быть интересно, сказала бы я так. Потом будет возраст, когда они будут самостоятельными, и бабушка им будет не нужна. А вот в этот, наверное, вот период, я им, может быть, что-то могу интересного дать. Студенты готовы говорить о любимом педагоге бесконечно. Она знает о детской литературе очень многое. И мне кажется, вот мы учились у нее, вот в первом курсе детской литературы она вела нас, и мы узнали очень много по детской литературе. И мне кажется, наши книжки, которые мы читали, мне пригодятся, когда мне появится ребеночек. Лена Олеговна ведет уроки в очень такой необычной творческой манере, и даже не всегда понятно, то ли это игра, то ли это именно занятие. Вот, но в итоге, как бы на каждой паре мы все равно получали какие-то новые знания, какие-то новые впечатления. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область.